Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео я хотел бы повторить пока что удавшийся результат. Самый экономный, мне кажется, по моему мнению, что это самый экономный способ пройти все-таки наше событие, которое появилось сегодня. Это смертельная фортуна. Как вы видите, на стриме у нас это все получилось. В районе 4-4,5 тысяч крышек на все, как говорится, награды у нас получилось забрать, и я, как всегда, спешу, куда-то лечу, потому что, не покормив собак, вылетаю на глобальную карту. Обязательно покормите собак, даже если у вас там небольшие шансы получить это все бесплатно, там, ну, какие-то увеличен шанс найти более редкие предметы, это важно. Ну, пускай оно не решает, пускай оно вообще ничего не дает, но... Может быть, почему бы не пошутить над этим? Я все-таки вернулся не зря. И у меня будет пассивка увеличивать шанс получить какие-то приятные предметы. Я вкину сюда индюшатинки. Так, на рулетке у нас ни голод, ни жажда нас нет. Вообще никак не волнует, это приятно, поэтому еду, воду я с собой не беру, а если будет что-то проблемно, я обязательно быстренько попью, поем с почты. Итак, что хотелось бы сказать. Результат, конечно, никакой не секретный. Результат никакой там не сложный. Просто приехал, увидел, победил. 30 секунд будет передвигаться, почему так долго? Го-го-го-го. Что хотел сказать об этом результате? Ты 6 раз крутишь рулетку. Если тебе 6 раз не выпадает ни одна выигрышная комбинация, увеличиваешь на 50, ну, максимальную ставку ставишь, и прокручиваешь еще раз. Этот результат показал неплохие бонусы. Так, у меня сейчас ячейка навыки работает. Так, шанс найти. И блюдо дня еще есть шанс найти. Ну, блюдо дня, не знаю, стакается либо нет. Что хотел сказать о крышках, которые у меня сегодня тут есть. Это 4400. Если вы видели на стриме, это очень долгий процесс. Это в районе 40-50 минут. Плюс к этому, вот, считаем 2, 3, 4, 5 и 6. Ну вот, если шестой раз дается, значит крутим заново. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот ничего не дало. Я пробую увеличивать. Вроде как бы должно что-то дать дальше. Именно такой результат... Да ладно, что-то не получается. Именно такой результат вам увеличивает крышки. То есть, кто-то бы сказал, по 50 дает больше, поэтому нужно крутить по 50. Я согласен, по 50 нужно крутить, дает больше, отлично. Но если ты будешь все-таки 6 неудачных комбинаций крутить по 10, а потом по 50, да, это дольше, но это очень и очень экономит ваши крышки. Если у вас не так уж их и много... то вы можете, естественно, забрать какой-то более ценный результат, что-то более крутое. Ну вот, в принципе, началось понемножечку, помаленечку. Мы, как говорится, делаем ветера. У нас вот третий неуспешный, четвертый. То есть, как только успешно что-то выпадает, опять отсчитываешь. Три, опять заново. Раз, два, три, четыре, пять. Опять заново. И пошел-пошел, пока, как говорится, это все не завершится. Пока крышки не закончатся. Но вроде бы как рабочий результат. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вроде бы как бы опять давайте попробуем. Ничего. Well done. Неплохо. Практически вернулись на тот же отметок, как говорится, наших крышек изначально. Что у нас сначала? Мы смотрим «Смертельная фортуна». Забираем сразу два подарка. Неплохо, неплохо. Я думаю, что дальше будет лучше. Я не хотел бы делать такой длинный видос. Когда-то я ускорял, что-то делал, что-то увеличивал. Делал очень длинный видеоролик, в котором было время просмотра в районе 1,5 минуты. Поэтому... Сейчас
начало и конец. Я включу музон себе, кайф прокручу, да, потрачу на это 50 минут, там 40-50. И в конце, когда у меня будет оставаться совсем чуть-чуть крышек, я, естественно, расскажу, получилось ли у меня это или нет. Ну что, думаю, что, ребят, пора сказать о одной очень крутой вещи и важной. То, что если у вас здесь все забьется какими-то ресурсами, как у меня забивается, то... и будет полным вот этот вот lucky chest, то вещи просто будут пропадать. Это важно, оставляйте свободное место. Но хочу сказать сразу, что джекпотов выпадает очень много. Сейчас вроде как они перестали падать, но очень много джекпотов падает. И это, конечно же, в разы больше, чем падало раньше. У меня по два джекпота подряд прилетает, просто два. Ну вот, закончилось мое везение. В принципе, под конец вроде как шло все очень хорошо. Мне бы сейчас зелененьких. Так, я, конечно, как-то пытаюсь угадать что-то более редкое. И думаю, что мои решения вообще влияют на это все. Но мне кажется, что это абсолютно не так. Итак, раз, два, три, четыре, пять и целых шесть. И вот здесь уже выступает вот эта вот роль. Сразу по времени сколько прошло? Ну, где-то вот 39 минут где-то на все вот это вот прошло. Результаты мои вот такие. Я вам скажу, что 39 минут где-то, да, прошло. Коллекционер не то. Фортуна смертельная, вот что. У меня 4500, 1000 остается. Поверьте, это очень неплохой результат. В прошлый раз на стриме мы, чтобы 5500 забрать, в районе где-то сколько же крышек потратили. По-моему, где-то 6. Но вы можете посмотреть там на стриме. Поверьте, это уже неплохой результат. То, что я хотел, самое ценное я забрал. При коляхе с спелой тыквой и, конечно же, вот этим вот вампирчиком тоже забрал. Кстати... смотрите, это сет какой-то уникальный. Такого сета нету. Почему? Или это рыбальский мой так выглядит? Я даже не знаю. Да, это рыбальский так выглядит, без шапки и тапок. Ну, прикольно. Хотел сказать только одно, что пока что это самое экономное. Поверьте, то, что пишут мне мои подписчики... это не вкладывается в голове. Почему? Потому что 12 тысяч, 18 тысяч крышек слито, по 50 крутил, ничего. Поверьте, я вот так медленно, но уверенно, да, потратив 40 минут, вас же не заставляет сразу потратить 40 минут на это. Да, потрачу еще сейчас я больше, поверьте, чтобы забрать максимальные награды. Так, это 4, 5, и опять заново, раз, 2, 3, 4, 5, ну опять заново. Ну вот такой вот какой-то прикол идет одно за другим. И в принципе очень сложно сосредоточиться на прокрутке рулетки и, конечно же, комментирование этого всего. Я думаю, что было бы прикольно, конечно, снять видос о том, как мне по 2 джекпота подряд, потом прокрутил еще раз джекпот. Джекпотов очень много падает. Поэтому, ну вот сейчас, наверное, это уже последнее, что я делаю, потому что удача реально отвернулась, хотя, как видите, 200 крышек опять вернула мне назад, это прикольно, ну и джекпот поехал. Очень интересно было бы, чтобы еще один джекпот выпал сразу же, я бы фиолетовый сходу, приятненько, фэнскары, настало ваше время, ну и что, раз, два, три, 4, 5. Если 6 сейчас не дает, можно было бы, конечно, поставить. Можно было бы, но кто знал. 2 и 3, 4, 5, 6. Ну, согласитесь, если 6 раз не дает, то потом шанс как-то более высокий выиграть что-то. Пускай это будет те же... крышки, которые падают и так. Ну, все-таки 3, 4, 5, 6. Опять тот же. Вот тот же прикол.
И не вариант, что здесь выпадут какие-то банки. Вот, опять 150 крышек. Плюс. Опять возвращаемся к сумме 400. И вот так вот, вот эти вот 1000 крышек туда-сюда. То переливается, то заливается. И поверьте, это как-то вот оно... В общем, очень неплохо сказывается на конечном результате. Поэтому хотите, пробуйте, хотите, ну, давайте попробуйте так, попробуйте не так. Но поверьте, именно такой способ самый крутой. И чего-то плохого, конечно, я не советую. Я понимаю, что для новичков это прям не рабочий способ. Но все равно от 1000 крышек уже можно пользоваться. 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Там опять вот. Здрасте, привет. Опять 400. Вот опять удача вернулась. Вроде как вернулась все назад. Потому что раньше это... Смотрите, я вот эти вот 400 крышек, которые сливаю, уже, наверное, сливаю минут 5-7. Плюс к этому получил очень много уже черепков. 2, 3. Раз, 2, 3, 4. Опять заново. И считай, считай, считай. Ну, в принципе, неплохо, я думаю. 5 и 6. Вот вам, ребят. Я думаю, что это уже последнее. Потому что, ну, явно уже шутки в сторону. Тут вот джекпот. Знаете, что хотел сказать за джекпот? Очень бы хотел, чтобы джекпот... Так, я хочу зеленый. Вот здесь зеленый, и вот здесь, да? Так, зеленый здесь или здесь? Наискосок. И, ну, то, в принципе... А, ладно, и броня тоже неплохо. Ребят, очень хотел бы сказать, почему за джекпот не даются клевера. Ой, черепки. Если бы за черепа давались хотя бы по 100 за каждый джекпот, ведь это тоже что-то я выиграл, правильно? Почему не дается, не знаю. 3. Ай, джекпот еще один. Если бы за каждый джекпот давалось что-то тоже в виде черепов, я думаю, что я уже давно бы набрал 5,5 и прям уже завершил бы вот этот вот неплохой бонус. Я забрал бы все награды. Но я думаю, что это круто, потому что ребята пишут, что и 12, и больше 1000 сливают. Прям, ну, я в это даже с трудом верится, что столько крышек можно слить здесь. Ну, может быть, это прям крайняя неудача. Не знаю. Хочу просто последних 3 спина сделать по 50. Если честно, устал очень. Час практически провел за кручением, верчением вот этой вот рулетки. Я понимаю, что 150 крышек не так уж и легко добыть. Но я добыл 5000 крышек меньше, чем... Ой, 5000 черепов меньше, чем за 5000 крышек. Да. Забираем все, что есть. Во-первых, это 75 вот таких вот крутых наград звезд снабжения. Это, во-вторых, конечно же, тыквы. Тыквочка, тыквочка. Где ты, моя любимая? Ага, вот тыквы. Я тоже спелая тыква. Я не знаю, что она там хилит. Куча всего приятного. Элитные щенки. Это, наверное, что-то такое. Броня спецвойск. Давайте сразу откроем. Почему бы не... Ага. Тактический рюкзак, неплохо. То есть 6 таких ящиков точно на тактический рюкзак дают. Неплохой ящик, очень неплохой. Бабам. Спасибо за тактический рюкзак. Ну и последний ящик. Глачев. Ну, конечно, улучшенный нет, но мне, если честно, самый лучший тактический рюкзак. Вот такие вот, ребят, пироги. Надеюсь, что вам понравился этот способ. Пишите комменты, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вам удачи, пока. Мы увидимся в следующих видео. Я думаю, что вот это все, что происходит, именно так нужно проходить.